Нет, за невнимательность школьного медработника, который не заметил у пятиклассника перелом ноги и отправил его домой с пакетом вместо ботинка, понесла наказание. У кого хромает дисциплина, стало ясно после внутренней проверки в школе, в итоге которой фельдшер осталась без работы, а классный руководитель – без премии. О том, как школьнику пришлось час на одной ноге добираться до дома в припрыжку, новости 41-го рассказывали в конце прошлой недели. На перемене 12-летнего Сережу Демидова уронил одноклассник, и он сломал ногу. Жуткой болью мальчик просидел еще два урока. Отпустить пятиклассника домой учителя не смогли без разрешения классного руководителя, которого не было на рабочем месте. Когда нога опухла, Сережу все же отвели в медпункт. Но медик сломанные кости ступни не заметила, не стала вызывать скорую и звонить родителям. Вместо первой помощи перевязал ногу пакетом. За это фельдшера уволили, а классного руководителя временно отстранили от работы и лишили премии. А школа дожидается результатов прокурорской проверки.